Ребят, давайте объясню, как для тех людей, кто вообще не понимает, что делать, либо понимает, но на всякий случай, как оплатить, как только откроется таймер, да, вообще любую транзакцию. Я скопировал смарт-контракт игрового нода, да, то есть игрового. Вот, мы нажимаем кнопку «Отправить». Смотрите, после того, как мы нажали кнопку «Отправить», вставляем сюда адрес. Вот, и тут написано «Далее» кнопка. Нажимаем кнопку «Далее». Вот после этого мы вводим, ну, к примеру, да, мы хотим оплатить первый стол. Мы вводим 0.05. Нажимаем «Далее». По поводу газа это я рассказываю. Вот здесь вот мы видим синим, это с телефонной версии, с компа, в принципе, то же самое, только сразу открывается. Примерная плата за газ. Нажимаем справа на синюю. Расширенные параметры нажимаем. Вот здесь вот цена газа мы оставляем 5 гвей. В лимит газа мы вводим 500 тысяч. У вас не спишется все 500 тысяч по-любому. Просто вы так делаете, чтобы ускорить. Вот, вы можете и 600, и 700 тысяч нажать. Но вам какая-то часть возьмется, которая нужна, да? Если сеть загружена, больше возьмется. Если не загружена, меньше. Остальное вернется. И все, и после этого нажимаете «Сохранить» и «Отправить». И у вас автоматически активируется уровень. Только после того, как будет открыт счетчик.